Всем здравствуйте! Для начала в качестве предыстории. Не так давно по одному из центральных телевизионных каналов моего государства транслировался сериал, название которого я сознательно не буду произносить. В одной из серий этого сериала один из его центральных персонажей поет песню, основная мысль которой заключается в том, что умных людей очень мало. И что на каждого из них приходится бесчетная армия дураков. Анализируя свой жизненный путь, могу сказать, что и Антоша Чехонта, и человек, который пел эту песню, были правы. Потому что с самого рождения я был обречен на мытарство среди идиотов. В декабре 2015 года в моей голове возникли мысли, которые сложились в достаточной степени корявое стихотворение. Это стихотворение о парадоксальных алгоритмах функционирования нашего мира. Это стихотворение не о ком-то конкретном, но трех людей я вам все-таки назову в хронологическом порядке моего общения с ними. Наталья Гейдаровна, Светлана Владимировна и Валерия Валерьевна. Но госпожа Минченкова, безусловно, в большей степени. Уважаемые дамы, каждый из вас задавал мне один и тот же вопрос. Если внимательно вникнуть в суть стихотворения, которое я сейчас исполню, то ответ на этот вопрос окажется на поверхности. Итак, я в этом мире разочаровался, а также в людях, населяющих его. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пытался ко мне стать ближе или сблизиться со мной. Так много лицемерия и лжи, общаясь с этим миром, встретил я. И я поражен до глубины души всей ограниченностью бытия. Поставить в рамки человека не проблема. Не раз поставлен в рамки был и я. От этого душа поэта заплакать может, господа. И этот плач – причина тех решений, что пересмотру, увы, не подлежат. Уважаемый зритель, спасибо тебе за потраченное тобою время.